Добрый вечер, дамы и господа! Рады приветствовать вас на трансляции 6-го тура Winter Major Ranking 2. Сегодня встретятся две замечательные команды, Trix против DeFacto. Обе команды находятся на статистике 2-3. Сегодня между собой будет выяснять, кто вправе пойти дальше. Карты выбраны. Первая карта у нас будет Иран, это выбор коллектива DeFacto. Второй же мы пронаблюдаем Сандал, это в свою очередь выбор коллектива Trix. Освещать данный бой для вас будет наша студия StreamTo. Я картеризовал за картинку, отвечает Original Алексей и моя коллега Принцесс Ди. Диана, привет! Привет, дорогие зрители! Привет, Артём! Действительно, сегодня у нас крутой матч. Команды сражаются, можно сказать, за то, чтобы продолжать борьбу в этом турнире. И, надеюсь, покажут прекрасную игру. Карты у нас сегодня просто сногсшибательные, очень интересные, компактные. И ожидаем колоссального противостояния. Да, как я понимаю, у нас ребята из DeFacto это практически новички, которые отыгрывают первый для себя РМР-турнир, и они справились только с Team Angels и Сюзанной по техническим поражениям. Те команды отдали свои матчи, ну и вот остальные матчи, которые были сыграны против Phoenix и Flash, ребята потерпели поражение. И вот сейчас против Trix, я на самом деле не знаю, насколько будут интересны матчи, потому что ребята с коллектива Trix довольно-таки неплохо чувствуют себя. Мы смотрели с Сотником Ваней прошлый их матч против Revolutionary, даже несмотря на то, что Revolutionary там были по большей части вчетвером. Trix показывали очень классную игру в плане того, что в их игре хотя бы читалось то, что они делают какие-то осознанные заходы, какие-то командные действия, они не просто стоят, и как это было раньше, вот у ребят раньше из коллектива Trix просто нажимали свои драйвы поодиночке, как-то играли просто в хаотичном порядке, но сейчас вот по последней трансляции можно отметить, что ребята явно то ли сыгрались, то ли еще что, но в любом случае они стали чуть-чуть сильнее. Да, действительно, хотя коллектив DeFacto тоже не совсем уж новички. Вот там есть игрок с ником Сао, да, вот я его уже видела, и он раньше тоже играл, но в целом коллектив достаточно молодой, который только начинает свой путь, в отличие от Trix, которые можно ли их назвать уже опытными, да? Ну, год они уже в киберспорте, поэтому, по крайней мере, капитан команды точно, и могут показать неплохую игру, плюс они усилились Аксо вот в этом РМРе, в последних турнирах, поэтому в целом уже относительно неплохо. Плюс я знаю, что коллектив Trix, он сосредоточен на тактических аспектах игры, да? И надеюсь, они смогут нам показать это сегодня. Да, безусловно, усиления у них были перед этим РМР-турниром. Как минимум, к ним пришел вот один игрок, который мне безумно понравился на прошлой официальной игре, это Батимент и Депутат. Отыгрывал он раньше в коллективе Decapitator. И вот на прошлом матче он показал очень классную игру на паладине. Все сделал шикарно, и по большей части, наверное, 80% флагов, которые были увезены ребятами из коллектива Trix, были увезены за счет его индивидуальных каких-то действий. И поэтому будет очень интересно посмотреть сейчас за тем, как он отыграет эту встречу. Я думаю, что перезаходы у нас уже потихонечку сделаны, и ребята выдвигаются на центр. Думаю, что имеет смысл и место представить коллективы. Я, наверное, представлю ребят из коллектива DeFacto. Сегодня будут выступать X Legacy, Zodiac, Defender, Xao и Sniper Friend. Я тогда представлю команду Trix. На карте у нас сегодня Аксо, Академик Ран, Посейдон, The Fury Phoenix. И, наверное, мы ждем какого-то пятого игрока, в том числе, например, скорее всего, Батя, Мент и Депутат зайдет на карту, потому что паладина как раз у них нет пока что. И будем ждать его. Действительно, я вот тоже наблюдала матч Trix. Этот паладин показал очень неплохую игру. Очень агрессивно заходит в атаку и пытается каждый раз создать напряжение у флага команды противника. Да, безусловно, вот он уже появляется на снагарте. Ну и, к слову, хочется отметить, пока додолитов мы наблюдаем, что оба коллектива будут отыгрывать с Хантера фризами. Такой прям уже старой-старой классикой, потому что сейчас уже большинство, если не все, наверное, коллективы пересели на Хантера Страйкер, да, который нам продемонстрировали Red Notice в гранд-финале Мажора. И вот после этого уже стали играть примерно такой стратегии. Но вот эти две команды будут отыгрывать с Хантера фризами, поэтому посмотрим за, так скажем, дифференсом на центре,
как будут оба коллектива давать фокус по этому фризу, потому что пропускать его нельзя. Делиты произошли, ну и будет начинаться у нас это противостояние. Что ж, посмотрим. Да, у нас есть овердрайв у Академии Крана, у Викинга красного коллектива, и будет пытаться они вместе с Аксо и Батя Мента Депута строить атаку через левый фланг. Очень аккуратно с другой стороны играют Посейдон, Дефюрио, Феникс, будут пытаться, может быть, они тоже задавливать, пока Дефендер РС синего коллектива де-факто будет дефать, отвлекаться. Посейдон ловит момент с Дефюрио, Фениксом и продавливает свой фланг. Да, давят. Здесь уже ребята из коллектива Трик с самого начала. Овердрайв, наверное, с тем временем, к слову говоря, выпадает. И кто же будет под него играть? Академик Пан тут как тут. Будет ли он разменивать или оставит просто-напросто овердрайв под своего союзника, под батю Мента Депутата? Именно так и происходит. И сейчас уже имеется два овердрайва у ребят из коллектива 3X. Возможно, какое-то прожатие здесь даже можно оформить. Сейчас будут они разбираться к САО, будут разбираться со снайпер-френдом. Ну и летят на всех парах. Они, батю Мента и Депутат, сразу же здесь прожимают овердрайв паладина, разбираются просто ребята из коллектива 3X со всей командой. Академик Ран нажимает овердрайв, Викинг будет разбираться с первым, со вторым, с третьим. Просто-напросто аннигилируют ребята с вражескую команду. Ну и Батя Мета Депутат благополучно подхватывает вражеское знамя и будет, вероятнее всего, доводить его до победного, потому что никакого перехвата здесь уже нету. Да, перехват нет, хорошая атака. Могли они, конечно, даже и без дополнительных овердрайв уже пытаться увозить, но вот отличное прожатие командное, ты прав был, совершенно... прекрасную командную игру строят коллектив Трикс, вместе они прижимаются, овердрайв паладин, овердрайв викинга и отличная доставка уже за полторы минуты после начала раунда уже коллектив Трикс повели. И вот смотрите, как аккуратно играет, да, Посейдон, он не двигается вперед, он стоит аккуратно очень, выцеливает своего противника, накидывает наверх по Хантеру Фризу, который пытается зайти на базу красного коллектива, и очень-очень аккуратная такая снайперская игра от Крусейдера команда Трикс. Ну и две минуты у нас миновало, уже ребята из коллектива Трикс начинают вести. Ну и не ослабляют они давление, абсолютно ни капли. Дальше пытаются ехать. Посейдон на пару, Зефир и Феникс сейчас будут продавливать правый фланг от своей базы. Тут разбираться пытаться с X-Legacy. Но Зодиак здесь тут как тут поможет немножко в дефе своим ребятам. И овердрайв на третье время выпадает. Тут Академик Ран пытается забрать его против Ксао. Получится ему это сделать. Ну и появляется у ребят из коллектива Трикс в очередной раз овердрайв Викинга. В прошлый раз он был исполнен классно, к слову говоря, Батя Мента Депутат здесь просто понизу едет на вражескую базу, пропуская тем самым паладина. Но с паладином Акса разберется, а что тут делать Батя Мента Депутат пока что непонятно. Он уже едет на всех парах для того, чтобы разбираться, разберется он, к слову говоря, с Крусейдером. Здесь фриз, это главная проблема, я думаю, для него, потому что у Зодиака есть еще и аптечка, он просто подработает корпусом, заблокирует и заморозит Батю Мента Депутат. Здесь еще, к слову говоря, Зефир и Феникс приехал, у него есть шарик, но кинуть его не под кого, да и X-Legacy будет довольно-таки спокойно с ним разбираться, ну и вроде как АДФ. Хотя тут Академик Ран нажимает овердрайв, Викинга будет разбираться с первым своим оппонентом, разбираться с Харесом, лететь на всех парах на вражескую базу. С X-Legacy нужно как-то попробовать разобраться, у него есть сосуля, есть рельса от Посейдона, отлично по X-Legacy, оставляю его 0 хп, сосуля на сосулю, есть сосуля от X-Legacy, к слову говоря, тоже хороший, и Хаос здесь будет возвращаться, противоположного фланга пытается у нас Зодиак в одиночку что-то сделать, но не удается этого сделать, ну и по итогу потеряли у нас ребята из обоих коллективов сосули, ну и также Трикс потеряли овердрайв Викинга, но легко отделались ребята из де-факто. Продолжает команда Трикс давление, раз за разом будет они пытаться заходить. Академик Ран вместе с Посейдоном задавливает с правого фланга. Есть шарик у Зефира Феникса, будет ли он его использовать. С другой стороны, попытка наконец-то от Зодиака, Ксао и снайпер с френда. Попытка зайти, снайпер с френда прижимается, будет уходить он на центр. Линковые респи есть от Академика Ран, но все равно уходит на центр. Как он хорош! Снайпер с Фрайнд и шарик от Фьюри Феникса по центру. Мимо шарик. Хотя надо было подождать, и на что же шарик кинуть? Ошибка. Какая ошибка от Фьюри Феникса? Мог он отлично даже попытаться как-то вернуть флаг. Одна атака от де-факто и доставка. Очень странная в этом моменте игра от Трикс. Да, действительно, поспешили он, и Ксао уже пытается увозить здесь второй флаг на Зефир Феникса. Это выглядит как доставка второго флага от ребят со стороны коллектива де-факто. Очень быстро, буквально за минуту они переворачивают игру, и уже с одного проигранного флага они ведут в один флаг, и смогли они огрызнуться. Я вот по началу раунда думал, что у Трикс все будет довольно-таки спокойно и планомерно, но тут Посейдон залетает на вражескую базу, к слову говоря, подхватывает вражеское знамя, будет пытаться увозить, нет, у него аптечки остался, он на пол хп, но Акса его встретит довольно-таки спокойно, но и перехвата никакого нету, и сравняют, скорее всего, здесь ребята из коллектива. Но Трикс, ну, смогли де-факто дать отпор, в любом случае 2-2, и только половина раунда у нас миновала, а это значит, что впереди только самое интересное.
действительно хорошая игра от DeFacto, смогли они два флага доставить, но, по-моему, это больше ошибки команды Trix, потому что они как-то невнимательно отнеслись к этим заходам. По факту даже на одном овердрайве паладина, толком без урона, смогли увести просто из-за того, что вовремя не смогли коллектив Trix командно накинуть по противнику, а второй флаг это вообще какой-то проходной двор у команды Trix. Фриз на центре развернулся в другую сторону, пытался зафокусить вражеского фриза, вместо того, чтобы ехать на возврат флага, он как будто даже не знал, что флаг уходит. Но, собственно, 2-2, хотя Трикс могли уже вести по счету 2-0, но вот попытка хорошая захода, батименты депутат прожимается, будет увозить. Да, на пара Сакса выбирает он траекторию через центр, здесь три вражеских команд игрока будет, поэтому он смещается на фланг, по широкой везет, тут рельса будет наносить по нему урон. Йонгсок до резерв встреча-то есть, но там Ксао на пару со снайпер за френд должен будет пытаться увозить на центр. Ксао пол хп без аптечки будет продолжать вести вражеский флаг. Аска здесь на хантера фризе держит вражеское знамя, но нужно иметь зайдяка, не пропустить, только не его. И зайдяк доезжает до Акса, будет его разбирать, но здесь отличная игра от хантера коллектива Трикс, прижимается он, тем самым организовывал размен в данной ситуации, но и давят дальше ребята из коллектива Трикс своих оппонентов. Здесь все прям какая-то неразбериха у ребят из коллектива де-факто на базе происходит, но вроде как и с этим разобрались, и полноценный размен. Академик Фан здесь до сих пор живет и будет пытаться накидывать урон. Есть заход от батимента депутата, без аптечки абсолютно целые дефендеры разберут, и здесь доставка третьего флага от коллектива Трикс. Несмотря на то, что у Трикс все складывается не так легко, как могло бы показаться изначально, но они в итоге смогли собраться и продолжить неплохие атаки строить, хотя и де-факто тоже не сдается. Попытка есть от Цао, будет он увозить флаг, надо, может быть, смещаться, выбрать правильную траекторию. Батимент депутат начинает с нитры, хорошая попытка увоза есть от Цао, но нет, Посейдон говорит, что он владелец этого моря на Иране, и отличная сосуля, скорее всего, может позволить вернуть команде Трикс флаг, но нет. Пока Легаси все-таки подбирает флаг, а с другой стороны Акса ловит момент, флаг все-таки батимент и депутат вернет, и Акса возит, но зачем-то он едет на центр. Ну ладно, конечно, рискованно было, как-то не боится, да, Акса вот так вот ехать, но все равно, наверное, доставка будет. Да, и за счет вот этого смещения на центр атакса ребята из коллектива Трикс еще умудряются законтролировать его драйв на центре, Академик Урана ему достается. Отличная игра, на самом деле, да, действительно очень рискованно, но в данном случае риск был оправдан, и все вышло просто замечательно для красной команды. Посейдон на пару за Фьюри Феникс сейчас будет заходить на вражескую базу, тут по Дефендеру будет урон, Посейдон уже подхватывает вражеское знамя, Легаси будет пытаться накидывать по нему урон, Зодиак отправляется на рез под мины, сразу же моментально, и Посейдон на 0 хп уже везет, рельса есть от X-Legacy, за Фьюри Феникс, без аптечки, нужно шарик под себя давать, отлично понимает это, он дает шарик по троим, просто стирает их с карты и уже скидывает флаг под более быстрый корпус. Отличная игра от РСа коллектива Триксы. И овердрайв от Академика Рана сразу же прожимается на конвейер. Попытку увозить будет дальше. Уже шестой флаг для своей команды. Академик Ран будет подхватывать, вести на центр. Здесь Акса будет встречать его, сейчас смещать на фланг. Бежит просто-напросто, бежит на Зодиака, чтобы Фриз никак его не замедлил. X-Legacy попадает рельсой. На 0 хп оставляет Академик Рана, но у него есть аптечка. Выхилится он до полностью. Там еще пытался у нас Хао увозить флаг, но с ним разобрались. И доставка шестого флага. Вот так вот ребята из коллектива Трикс просто расходят. Да, коллектив Трикс смогли как-то перевернуть игру, хотя, казалось бы, 2-1 вели де-факто, доставив немножко такие флаги на ведение, но Трикс, вот что свойственно, знаешь, молодым коллективам, как-то не расслабились, показали, что они уже опытные, что они способны справляться с таким неожиданным увозом флага, и счет 6-2. Хорошая игра от коллектива Трикс. Попытка, кстати, забрать овердрайв от Акса, но нет, Дефендер контролирует овердрайв на центре. Будет ли он пытаться как-то его реализовывать, но уже вряд ли получится что-либо глобально изменить в этом раунде. Поздравляем Трикс с победой в первом раунде. Прекрасная игра от этой команды. Да, не спорю, здесь 40 секунд до конца, и пытаются ребята из коллектива Defender что-то еще сделать, точнее не Defender, а де-факто что-то еще сделать. Академик Ран заходит на вражескую базу, будет пытаться подхватывать флаг. Здесь еще батимент и депутат заходит на вражескую базу, подхватывает знамя, пытается по нему нанести урон, по итогу добивают его. С противоположного фланга Аска разбирается с Ксао. 20 секунд до конца, но и в этом раунде уже точка 100% стоит, и ребята из коллектива Трикс классно начали этот раунд, давление от них мы наблюдали, конечно,
у нас ребята из синего коллектива смогли огрызнуться и увести два флага с равный счет, но потом все-таки Трикс взяли все в свои руки, и вот этот шарик от Зефири Феникс очень классно выглядел, очень классно, что он нашел тот момент, который нужно, и смог дать его, и тем самым довести флаг, и Академик Ран также прожался и на конвейере. Классно выглядели ребята из коллектива Трикс, но, насколько мне известно, Иран — это, наверное, одна из самых лучших их карт. Ну и будет интересно посмотреть вообще Сандал. Дойдем ли мы до Сандала с счетом 2-0, или все-таки мы посмотрим просто-напросто больше Сандала. Хочется, на самом деле, наверное, больше Сандала посмотреть, потому что я Трикс на Сандале не видел, а вот на Иране уже наблюдал. Да, интересно было посмотреть бы на Сандал, потому что... Там атаки организовывать несколько сложнее, потому что заходов на базу противника чуть меньше, карта чуть компактнее, и из-за этого нужно более сложно действовать, чтобы вывозить флаги. Но я думаю, что у коллектив Трикс, то, как они сейчас себя показывают, они справятся с этими трудностями и на карте Сандал, поэтому думаю, у них все будет хорошо. А вот команде де-факто нужно что-то придумывать, чтобы справляться с такой агрессивной, хорошей игрой команды Трикс, но, откровенно говоря, у них пока вообще ничего не получается, только какие-то флаги на удачу. И надо уже глобально что-то менять, по крайней мере, в целом в контроле карты и в дефе собственного флага, прежде всего, потому что у них флаги увозятся у самого коллектива де-факто очень и очень легко. Да, не могу с тобой не согласиться, но и у ребят из коллектива Трикс тоже вот эти два флага, которые ушли, как показалось, там только один уходил под овердрайвы, а второй практически ушел без информации, как-то очень красиво ребята из коллектива нашли лазейку в обороне коллектива Трикс. Ну и мне кажется, что нужно подсобраться им сейчас. Сейчас красный коллектив будет отыгрывать за базу с коврами, а это значит, что им будет, скорее всего, попроще там находиться, потому что с той базы, очевидно, сложнее увести, потому что очень много респов находится и с левого фланга от красной базы, и вообще, если вести через ковры, тоже там много респов, поэтому... Сложно будет выбирать траекторию, но если у ребят из коллектива Трикс будет довольно-таки все хорошо с фокусом, я думаю, что непросто де-факто будет здесь что-то придумать. Действительно, сторона, которая сейчас будет у коллектива де-факто, она более сильная, и нужно ему попробовать реализовать эту силу красной стороны на карте Ирана, и уже падает овердрайв на центре, будет забирать коллектив Трикс, успеет ли? Нет! Паладин красного коллектива, паладин коллектива де-факто забирает овердрайв, и можно попробовать реализовать его уже сразу же. Как-то очень странно, кстати, играют коллектив де-факто, они прожимают сразу с нитру, ДД-шку, очень много урона ловят от Крусейдера команды Трикс, и сейчас уже попытка от Зодиака, он уводит уже на центр, без аптеки остается на пол КП Зодиак, будет увозить, подхват будет ли от Легаси? Нет, Посейдон спрыгивает сверху, возвращает лак все-таки Посейдон, и увоза не будет. С другой стороны, батя менты депутат. Попытка увоза по коврам. Да, ну и пытается здесь батя менты депутат по коврам увозить, но Зодиак будет с ним разбираться. Дефендер здесь на 0 хп. Ну и Акса, к слову говоря, стелсом пытался тут с нитры начать и разворошить вражескую базу, но снайпер френд будет довольно-таки благополучно на него смотреть. Я думаю, что разбираться. Минута прошла уже, и один и другой коллектив смогли произвести какие-то попытки увоза, но пока что эти попытки были пресечены. Я думаю, что ожидают обе команды овердрайвы, несомненно. К слову говоря, овердрайв паладина Снайперс Фрэнс все еще имеется, пока что не нашел ему какое-то применение, возможно, сейчас, когда у него 4 игрока на фланге, он сможет прожать его, но пока что абсолютно не торопится. Батиментес депутат здесь будет пытаться разбираться со своим оппонентом на паладине, Акса с центра заходит уже на вражескую базу, будет подхватывать флаг, пытаться увозить, к слову говоря, какую траекторию он выбирает траекторию просто на центр, везет, при страховке батиментес депутата, но тут Снайпер Фрэнс с центра будет пытаться наносить по нему урон, Акса немножко врезается, но я думаю, что ничего страшного, и это будет доставка первого флага для ребят из коллектива Трикс. Хорошая атака от коллектива Трикс совместная. Смогли сделать командный заход синий коллектив. И сейчас попытка контр-увоза от Легаси. С респов неожиданно заходит Крусейдер красного коллектива. Но нет, хороший фокус атак. Батименты депутаты. Посейдона в одиночку заходил Крусейдер команды де-факто. И не хватило какой-то командной игры. Снайперс Френд вот респит справа очень много урона. Уже он получает на этом фланге. И едет уже на пол КП на свой законный фланг. Хорошо задавливает Посейдона и Аксу. Респы команды противника пытаются
пытается жить Актус, очень аккуратно подморозил противника и сейчас играет через аптечку. Потроим Актус, что творит Хантер? Команды Трикс пытается, сейчас будет он увозить флаг. Нет, оставляет под Академика Ран, который будет увозить флаг на центр. Рез, конечно, есть от паладина команды противника, но нет, хороший блок от Акса будет урона у команды Дефакта. Хороший урон сейчас приносит и The Fury Phoenix, и все-таки доставка. Академик Ран ставит второй флаг для команды Трикс в этом раунде. Да, действительно, отличный заход, классный овердрайв от Акса, и пытаются Батиме здесь и Депутат увозить уже второй, третий флаг для своей команды. Хао будет на подхвате пытаться, хотя Академик Ран будет с ним разбираться здесь и подхватывать вражеское знамя, пытаться увозить на Зодиак здесь, тут как тут, и также Снайперс Френд будет накидывать урон по Академик Рану, почему не нажать бы, я думаю, что если бы сейчас у ребят из коллектива Трикс было бы больше урона, то Зодиак бы здесь даже мог не вернуть этот флаг, но в любом случае все обошлось. 2-0 в пользу ребят из коллектива Трикс, и нужно уже начинать какие-то овердрайвы нажимать ребятам из Факта, потому что пока что у них звездочки горят практически над всеми танками, кроме Паладина и Крусейдера. А Батим это депутат. Тем временем десантируется на вражескую базу, подхватывает знамя, будет нажимать овердрайв Паладина. Здесь Викинг будет респаться на нем. И подавление действует. Ксао должен нажимать аптечку и shift, но почему-то этого не делает. И просто отпускает Паладина синего коллектива на его базу с его флагом. Но и доставка третьего флага от ребят из коллектива Трикс 100% будет. Посмотрим, что будет дальше. На самом деле нужно как-то приходить в себя ребятам из Дефакта. Пока что для Трикс все очень и очень просто. Да, очень просто. Почему-то Ксао не решается прожать свой овердрайв в предыдущем моменте, хотя он мог сделать это и в тот момент, когда подавление спало, и тогда, когда он аптечку прожимал, но в оба момента Ксао не решился прожимать овердрайв, и сейчас тоже это не сделал, хотя вместе с Зодиаком они неплохо могли продавливать базу противника и заходить, но вот он по-прежнему не решается, 5 минут уже прошло, и сейчас он прошибается, наконец-то Зодиак будет заходить, но уже респается Академия Кран, вторую добивает Зодиака Ксао, Ксао двоих убивает, будет попытка захода, сейчас вот снайпер с Френда, но нет, он уже без аптеки, респ еще есть от Батимента и Депутата. ДДшку начинает. Очень много урона получает от Дефендера. Хорошая попытка атаки от коллектива Дефакту. Можно прожать оверни. У Акса нет. Ну, поздновато. Дефендер чуть опоздал. Очень много урона уже получил заходящий на шок противника Крусейдер. И у нас увоза нет. С другой стороны, Академик Ран прожимает овердрайв Викинга. Попытка захода. Будет ли увоз? Да, ну там тем временем Снайпер Френд пытается увозить на пару с Дефендером, будут они это делать, Икс Легаси будет наносить урон сейчас, и ну это выглядит потенциально первый флаг ребята из коллектива Дефакта. Батимед и Депутат что-то снизу просто под Ираном пытается проехать, Икс Легаси уже везет, точнее Дефендер везет, но Икс Легаси будет его страховать, Аксель дотянется ли сейчас, дотягивается, Икс Легаси доставка имеется, но есть контратака от ребят из коллектива Трикс, сейчас здесь они будут заходить на вражескую базу, Акса будет подхватывать флаг, пытаться увозить на центр, там Посейдон контролирует драйв, Ксал говоря, появляется, у него сосуля разряжает, у него сразу в Зодиака, отличное попадание, он еще Ксал минус кинул, и здесь будет возврат от ребят из коллектива Трикс, и Акса выбирает довольно-таки грамотную траекторию, нужно сейчас The Fury Phoenix'у помочь, да, действительно, Снайпер Френд тут шарика The Fury Phoenix'а не жалеет абсолютно своих овердрайвов, потому что понимает, что нажав он тут шар, это будет 100% доставка, именно так и происходит, и это доставка четвертого флага для ребят из коллектива Трикс, вот так вот на контратаке они смогли поймать и увести ответный флаг, отлично. На самом деле, немножко опоздает со своим овертаймом The Fury Phoenix, уже мигал ему Аксо своим фризом, да, дул на него, так сказать, фризованной жидкостью, и только тогда The Fury Phoenix решился все-таки дать шар, но уже было поздно, чуть-чуть не хватило паладину команды Дефакто, чтобы вернуть флаг, но все-таки немножко опоздал The Fury Phoenix с этим овердрайвом. Сейчас будет попытка контрвоза от Легаси, но нет, респается там Крусейдер, наверное, он выдаст одну рельсу, хотя можно Легаси все равно пытаться увозить сосуль, это, конечно, по крайней мере, он только заморозит Посейдона, рельса мимо, и попытку увоза от Легаси, есть Аксу на перехвате, но Легаси по-прежнему увозит, на 0 хп он остается, будет снайпер спренд страховать его. Да, безусловно, перехвата какого-то здесь нету, хотя, может быть, какой-то урон прилетит, но нет, нету просто-напросто урона от грома, ну и доставка второго флага, третий Хао будет пытаться увозить сейчас здесь, Фьюри Феникс абсолютно не смотрит на него, смещает он траекторию на центр, убегает просто-напросто от рельсы Посейдона, Батимента Депутат здесь, тут как тут, Зодиак успеет ли снести, заморозить его, но нет, Снайпер Френд сразу же здесь прожимает овердрайв Паладина, но погибает от рельсы Посейдона, тем самым будет забирать овердрайв Посейдон, просто воровать у своих оппонентов на
центре. Акса тем временем заходит на абсолютно пустую базу, подхватывает уже флаг, есть еще и дроповая аптечка, доживет. Доживает он до нее. Отлично, батимент депутат просто не смотрит на то, что паладин кидает ему в спину, но в любом случае он заблокировал урон. Хотя есть рельса от X-Legacy, и он вернет флаг здесь. Просто проглядели ребята из коллектива Трикс этого Юркова Крусейдера. Возвращает он флаг, тем самым давая надежду для своего коллектива на какой-то, возможно, даже камбэк. 2.5 минуты до конца. У Зодиака имеется свой Драйвхантер. Будет ли он здесь еще его нажимать? Пока что нет, торопится абсолютно. Хао имеется здесь. Снайпер Френд возвращается в деф, потому что Академик Ран заходит. Зафир и Феникс абсолютно целый. Поседон смотрит в деф. Тут ребята из коллектива де-факто Хао будет подхватывать флаг, пытаться увозить, к слову говоря. Только Зафир и Феникс может сейчас препятствовать этому. Зодиак там нажимает ее драйв. Никого абсолютно и просто не попадает. Батимед депутат здесь вернет. Отличная игра от паладина синего коллектива. Немножко странная траектория, да, от команды де-факто. Они прямо поехали на своих противников, хотя они могли немножко подальше ехать, и такого быстрого возврата бы не было. Сейчас Посейдон будет пытаться увозить флаг, он как-то оказывается без ДАшки на чужой половине карты. Батимент и депутат тоже с нитры начинает, прожимая сразу овердрайв паладина, чтобы подлечить Посейдону. Хорошая рельса от Легаси! Вот так надо наказывать за нитру и прожать овердрайв паладина без ДАшки. Хорошая рельса от Легаси. На самом деле, у команды Трикс есть проблемы. На самом деле, в дефе, казалось бы, они так давят, но очень легко флаги выпускают. И чуть-чуть пособли они, если были бы команда де-факто, то они бы увозили больше флагов, и счет был бы не с такой большой разницей, как два флага. Поэтому надо быть повнимательнее к команде Трикс, потому что если противник чуть-чуть, может быть, соберется, если будет более удачная карта для команды де-факто, посмотрим, что будет на карте Сандал. Да, безусловно, я предполагаю, что Сандал будет довольно-таки горячим. Здесь 1.5 минуты до конца, и овердрайвов довольно-таки прилично и у одной, и другой команды. Здесь Батимент и Депутат уже прожимается, Академик Пан также будет нажимать овердрайв Викинга. Батимент и Депутат подхватывает вражеское знамя, Академик Пан будет поехать разбираться с X-Defender'ом. Ну и потенциально как доставка 5-го флага, потому что с левого фланга у ребят из коллектива Трикс все довольно-таки замечательно. X-Legacy, единственное, что сосули будет пытаться ее разряжать, но Акса просто так не даст ему этого сделать. Икса, он нажимает овердрайв, но нет, просто рельса ему пролетела, потому что он на одной ДД и не 3, без ДАшки. И вообще печально выглядит то, что как у нас... И печально выглядит то, как ребята из коллектива де-факто вообще пользуются своей расходкой, потому что вот эти ДДшки с респа, нитрушки с респа абсолютно неоправданы. Тем более Иран не такая большая карта, на которой можно улететь просто в закат, как условно на каком-нибудь Редалерте. Поэтому вот с выбором, конечно, расходки у ребят явные проблемы есть, и по большей части, возможно, и из-за этого ребята из коллектива Трикс умудряются перестреливать своих оппонентов. Действительно, просто немножко смогут одновременно кидать урон коллектив Трикс, и за счет этого чуть-чуть более грамотно действуют. А вот что касается расходки, то зачастую просто игроки оказываются на центре карты, подставляются под кучу урона и ловят сразу этот урон только на одной расходке какой-то. Сейчас попытка по респаму возить от батимента депутат, будет ли увоз Defender, Defit, частичный шарика, ну и тиммейты и так должны были возвращать флаг. Ну, у нас 5-2 в пользу коллектива Трикс, второй раунд тоже за командой Трикс у нас получается, и выходим на Сандал, и надо как-то выигрывать команде де-факто хотя бы первый раунд на Сандале. Да, безусловно, надо выигрывать, но как, пока непонятно. Но вот посмотрим, в любом случае посмотрим. К слову говоря, Иран-то это выбор ребят из коллектива де-факто, а Сандал выбор ребят из коллектива Трикс. Кто больше готов к Сандалу, пока непонятно, но если Трикс идут в Сандал, значит они в нем, скорее всего, уверены. И если они будут показывать такую же плюс-минус слаженную игру, как они показывали нам на Иране, то я думаю, что мы закончим одним раундом Сандала всю эту движуху. Но в любом случае нельзя просто так хоронить ребят из коллектива де-факто. Они показывают, какой-никакой отпор они пытаются. И для команды, которая отыгрывает, это первый РМР для большинства из игроков, из большинства из коллективов этого состава, и для абсолютных новичков это очень-очень классный показатель, то, что они пытаются, сражаются, и главное, что они не сдаются, и я уверен, что они отыграют Сандал целиком и полностью, и будет все у них замечательно. В любом случае, это какой-никакой опыт, и набираясь опыта, ты станешь сильнее. Да, плюс команда де-факто на самом деле показывает неплохую игру. Они пытаются агрессивно заходить в атаку, не проигрывают все перестрелки.
вполне местами неплохо реализуют овердрайвы, не всегда, не идеально, не командно, но это только первый шажочек в нашем большом киберспорте, поэтому надеюсь, что со временем они вырастут в этих всех аспектах игры, и в следующих РМРах или, может быть, на мажоре мы увидим уже неплохую команду, которая, может быть, даже попытается зацепиться за топ-16, например, на мажоре, да, было бы уже неплохо, хотя я думаю, что де-факто было бы интересно и попасть просто на мажор. Думаю, уже неплохое бы достижение было для первого раза. А вот команда Trix, я думаю, все-таки хочет зацепиться за топ-16. Что ты думаешь? Да, безусловно, ребята из коллектива Trix хотят по очкам, может быть, и не по очкам, зацепиться за топ-16 и действительно получить классного гладиатора, потому что Lucky 7-то у них уже была на зимнем мажоре, если не ошибаюсь, на летнем. Им не удалось получить эту краску. Они даже, если не ошибаюсь, не вышли на мажор. Вот. А в свою очередь, именно на зимнем мажоре прошлого года у них все удалось. И даже несмотря на то, что в этапе претендентов они закончили 0-3, они все равно получили, я думаю, что много классных ощущений, эмоций, ну и хоть какую-никакую краску за киберспорт. Я думаю, что для большинства это была первая. Вот сейчас уже нужно апгрейдиться и идти за следующий, за гладиатором, так скажем, шаг по шагу, гладиатор, потом звезду, потом, может быть, вообще ребята будут просто на опыте, на классе уже. Мы будем вспоминать о Trix не как о команде, которая очень долго не выигрывала, а как о команде, которая очень долго выигрывала. Да, которая очень долго шла к чемпионству. Было бы вообще интересно посмотреть на команду, которая вот начинала, знаешь, с самых низов, с того, что не пробивалась на мажоры, с того, что брала сначала Lucky 7, потом Гладиатор, потом вот Звезду. И команда, что такая команда потом взяла топ-3, например. Такого у нас вообще не было, да? Обычно эти команды либо вот так вот как-то пересобираются и какими-то полуновыми составами пытаются, дополненными, пытаются бороться за призовые краски. Либо это просто новые совершенно солянки какие-то, которые собираются непосредственно там к какому-то началу нового этапа мажора и что-то выигрывают. А вот такая команда, которая начинает с самого начала и относительно не меняя состав, проходит весь путь, такого мы не видим давно. И хотелось бы, возможно, посмотреть, может быть, Trix будут такими. Может быть, и в любом случае все это мы увидим не скоро, возможно даже, ну, хотелось бы на этом мажоре, конечно, на Trix посмотреть побольше, так, слава говоря, овердрайв на центре упал, Акса его забрал, ну, я вижу, что у нас Акса будет отыгрывать на Хантера Гаусе, в свою очередь, ребята из коллектива де-факто, а точнее Зодиак, останется, да, Хантера Страйкере. Вот такой дифференс сетапов на Хантерах, посмотрим, что из этого выйдет в общем и целом. Ну, действительно, с Гауссом обращаться проще. Проще, безусловно. Но если ты классно отыгрываешь на страйкере, то, я думаю, тебе любой Гаусс абсолютно не помеха. Да, действительно, страйкер на самом деле намного сильнее. Ну, собственно, это не новость, потому что многие команды, да, играют именно с Хантером, с Хантера Страйкером, потому что Страйкер чаще накидывает этот урон, а сводка, ее можно дать, а потом окажется, что нету выстрела, когда выстрел очень долго у Гаусса, и в итоге ничего не получится. Плюс, если накидывать одиночными выстрелами, не без сводки, то Страйкер сильнее, потому что у него и сплэш побольше, и в целом накидывать на нем удобнее. Но на нем понятно, что сложнее играется, поэтому, наверное, по этой причине выбирается Гаусс. Просто другого объяснения выбору Гаусса, по крайней мере, в нынешнем балансе нет. Да, не могу с тобой не согласиться. Страйкер всегда будет, скорее всего, сильнее Гаусса, если не будет каких-то изменений. Но тут зависит от того, в чьих руках он будет реализовываться. Ну и начинается у нас уже Сандал. Овердрайв на центре у нас выпадает. И посмотрим, кто его будет контролировать. Пока что едут оба коллектива просто толпой на центр. Просто стенка на стенку. Здесь заруба страшная. И Акса не дает заветный гаусс по Аресу, потому что у него была сводка. И тут снайпер The Friend заходит на вражескую базу. Будет пытаться увозить флаг на центр. Зодиак на подхвате. И смещает траекторию он, но добивает его все-таки
Много урона прилетело, шарик летит, какой шарик летит сейчас от Деферента, и будет пытаться подхватывать флаг, ребята, из коллектива Дефакта, X-Legacy, очень много времени, но Посейдон здесь, и прям просто фокус невероятный, это ребята из коллектива Трикс, и не удается даже под этот шарик увести ребятам из коллектива Дефакта, но пытались, и очень агрессивно они начинают этот раунд, буквально за минуту они показали то, что они не хотят просто так обращаться с этим правом бороться дальше на РМРе. Да, действительно, Дефакто уже агрессивно начинают пытаться атаковать. Попробовали они реализовать овердрайв в атаку, но пока не очень удачно. Будем ожидать от них каких-то более слаженных командных действий. Но и неплохой фокус, на самом деле, от команды Trix. Смогли они задефить эту атаку. Получится ли у них у самих как-то реализовать свои возможности? Ну, собственно, это, наверное, не обязательно. Очень долго, кстати, посмотри, Зодиак живет на этом домике, не на своем фланге. Он на свое КД, свои расходки переживает. Не совсем пока позиционно играют, да, Дефакто, но это только их начало. Со временем, я надеюсь, у них все начнет получаться. Минута 30 миновало уже, Бальтиметоди вот заходит на вражескую базу, но слишком много урона ему приходится здесь. Ну вот Сандала, такая спокойная карта, такая чисто тактическая. Ну и здесь пытаются на центре сейчас оба ребята из коллектива. Ха, Сосуля какая залетает от Посейдона. Академик Ран захватывает этот драйв на центре. Там еще ответная Сосуля была, если не ошибаюсь, от X-Legacy, но она была менее точно, чем от предыдущего исполнителя. И втроем сейчас ребята из коллектива, вчетвером ребята из коллектива Дефакто находятся с противоположного фланга от своего же флагштока. Но здесь, к сожалению, X-Legacy, или к счастью, тоже X-Legacy контролирует у нас заход от Посейдона, не давая ему здесь ничего сделать. С противоположного фланга Снайперс Френд будет погибать от рук Академик Рана. Здесь Академик Рана с центра едет прожимать ведра Фикинга, скорее всего. Но пока что не торопится, он получает там тут пирсу какую-то очень невероятную от X-Legacy. Ну, Акса тут крутится просто-напросто против Снайперс Френда. Ну и вот поддавливают немножко ребята из коллектива Трикс своих оппонентов. Посмотрим, что из этого выйдет, потому что рано или поздно, я думаю, что эта преграда сломается. Да, мы ждем реализации овердрайв. У нас уже есть оверки у Академика Ран, Викинга, команды Трикс и у Батимента Депутат. С другой стороны, шарик от Феникса под Посейдона. Попытку увоза Зодиак. Какой овер от Зодиака? Останавливает он Посейдона. Но нет, есть атака вторым темпом от Батимента Депутат. Будет он на центр уходить без аптеки, но на прожатом овердрайве. На 0 хп. Академик Ран прожимается, подлечивает его Батимента Депутат. И все-таки добивает он Ксау. Кстати, не решается Ксау прожиматься. Ну и правильно, наверное. И первая доставка, хотя Легаси попадает него рельсо. Первая доставка уже от коллектива Трикс. Попытка еще одного увоза конвейером, но нет, все-таки зафокусит противник. Да, ну и вот под шарик. Отличное исполнение овердрайва от The Fury Phoenix в очередной раз мы наблюдаем. И ребята из коллектива Трикс начинают вести этот сандал, этот раунд. Коробочка на центре очень важна для обоих коллективов. Сейчас летят они для того, чтобы забирать. Академик Ран будет забирать эту коробочку. Отлично возобновляется овердрайв Фитинга. На самом деле, то, что он прожался, мне на первый раз, с первого взгляда показалось, что это очень и очень плохое прожатие. Но когда я увидел, что там респается оверный Викинг, я понял, что это имеет смысл быть. Он просто на предикте поставил и нажал овердрайв. Собственно говоря, Батимента Депутат уже спустил вражеский флаг на низ. Посейдон цепляется за него и будет вести дальше. Не хватает урона. Хотя рельса залетела от X-Legacy. Посейдон на хп. Просто страйкер есть от Зодиака. И Батимент будет на подхвате. Но здесь, скорее всего, он уже абсолютно целый. Если у него птичка, но спотыкается. Он здесь на паладине. Просто на этом не выкрутить никуда. Есть еще урон. И фокусят ребята из коллектива Дефакто своих оппонентов. Посейдон на подхвате. И добивают еще его. Академик Ран. Единственный, кто блокирует урон. Сейчас Снайперс Френд нажимает овердрайв паладина. Будут ребята из коллектива Дефакто лететь всеми парами для того, чтобы увозить вражеский флаг. Снайперс Френд на подхвате. Ксао нажимает овердрайв. Будет разбираться со всеми. Акса тем временем под шумок пытается увозить. Пропустили его. Но с Акса, скорее всего, разберутся. Снайперс Френд везет. Доставка будет 100%. Как бы не было конвейера сейчас, потому что X-Legacy пытается подхватить вражеское знамя в очередной раз. Увозить на центр. Классная траектория. У Деферента есть шар. Шар летит. Шар будет лечить. Академик Пан нажимает овердрайв. Но он будет разбираться, конечно. Сейчас флагоносцем. Но Снайперс Френд на подхвате. У него еще есть аптечка. Будет вести он дальше. Деферент есть рюса. Отлично от Посейдона. Посейдон без аптечки. Деферент нужно на рейсе. Прижаться, дождаться. Есть отличный рельс от X-Legacy. Подходить флаг пока что некому. Летят ребята из коллектива Трикс сейчас на всех парах для того, чтобы вернуть этот флаг. Тут X-Legacy будет подхватывать вражеское знамя, доводить его до победы. 2-1.
Да, какая у нас атака от команды де-факто. На самом деле очень странно, что сейчас попытка еще одного воза, два темента депутата, хороший заход, от него на пол хп он уходит, накидывает урон по нему зодиак, на пол хп по-прежнему два темента депутат идет, едет он уже на своей базе, Аксу, наверное, будет подхватывать флаг, наверное, будет доставка, аккуратно Акса едет через век для безопасности своей флага и будет, наверное, пытаться ставить, нет, снайперс френд будет пытаться тоже перехватывать, но все-таки у воза не будет, Ксау еще есть, но все-таки разбираю всех противников и доставка. Так вот, странно, что не прожался Академик Ран, он стоял так аккуратно за стеночкой. Три игрока ехало на перехват из команды де-факто, и он как-то зажал этот овердрайв Викинга, а потом прожал его уже на увозе там, следующего флага. Мне кажется, немножко запоздал Викинг команды Трикс с прожатым овердрайвом, но в итоге 2-2 у нас. Вот видишь, как-то неплохо борется де-факто, несмотря на то, что давление от команды Трикс постоянное, но это давление не всегда приносит результат. Да, не могу с тобой не согласиться. В том моменте, как мне показалось, тоже можно было прожимать овердрайв и на корню предотвращать эту попытку увоза. Но в любом случае, что сделано, то сделано. И 3,5 минуты до конца. Счет пока что у нас 2-2. А это значит, что шансы есть у обоих коллективов, тем самым и у ребят из коллектива де-факто есть шансы выиграть этот раунд и дальше играть с Андалу, цепляться и еще раз цепляться за этот матч. Трикс же нужно просто сохранить хладнокровность, потому что даже ничья не устраивает ребят из коллектива де-факто, они сейчас проигрывают 2-0 по раундам, поэтому нужно увозить им как минимум еще один флаг, и они находятся в невыгодной позиции. Здесь коробочка на центре, сводка и сосуль от Посейдона. Какая залетела за Фьюри Феникс, заберет овердрайв здесь на центре. По теме этот депутат сразу прожимает зодиак, тратит овердрайв Хантер, и сейчас шарик от Фьюри Феникса будет, но слишком поздно и слишком плохо. Нужно было от мостика пытаться давать этот шарик, но Посейдон на подхвате на одной нитре пытается вести дальше. Здесь Академик Ран будет его встречать, его подхватывать флаг, и везут ребята, если его Трикс, но бежит просто-напросто. Академик Ран запутался, тут куда везти. И тут разбираются, конечно, де-факто со всеми оппонентами своими, и разбираются. Ну и контратака, возможно, какая-то будет. Снайперс Фрэнд залетает на вражескую базу, но разберутся, скорее всего, с ним. Есть молот от Академик Рана. Ну вот, как мне кажется, если бы там The Fury Phoenix дал шарик от мостика наверх, то батя мне этот депутат 100% увозил этот флаг. Да, можно было получше реализовать овердрайвы, но в целом неплохая игра от де-факто, они фокусят своих противников, нет, кстати, у них овердрайвов, а именно им нужно доставлять третий флаг, чтобы переводить игру в четвертый раунд на карте в целом в этом матче и второй раунд на карте Сандал. Кстати, мне нравится, как играет Посейдон, он аккуратно снимает позицию на левом фланге и пытается он достаточно аккуратно накидывать урон, но все-таки неплохой фокус сейчас был от Дефендера и Легаси по противнику, а именно Посейдону, и сейчас очень аккуратно играют Трикс, на самом деле, не спешат в атаку, хотя Академик Ран, на самом деле, как-то странно очень поехал, сейчас на правом фланге, подставляясь под урон твоих игроков, и, наверное, ждут момент для атаки де-факто, ждут, пока появится овердрайв. И овердрайв летит, заветный для обоих коллективов, The Fury Phoenix. Здесь Академик Ран, Дефендер против них, и коробочка на центре приземляется. Батимин Депутат на 0 хп пытается прыгнуть с вражеским флагом, и удается им это сделать. Академик Ран на подхвате без затечки будет пытаться против Зодиака, и здесь запрыгивает просто на Зодиака, но Зодиака его добивает, автоматически возвращая флаг. Минута до конца, и это та минута, за которую ребятам из коллектива нужно увозить флаг. Здесь, конечно, ребята из Трикс будут пытаться стоять в ДФе. Снайперс Фрэнд нажимает овердрайв паладина, но слишком много фокуса ему придется, и Посейдону достаточно просто встать на свой флагшток, для того, чтобы у них флаг не увезли. Ну и нужно именно сейчас на Дефендера все внимание, я думаю, обратить, потому что это последняя надежда, последний лучик света для ребят из коллектива де-факто в попытке увезти этот флаг. Потому что, если не шары Ресса, то что? Вот здесь сейчас давят именно ребята из коллектива 3Х, и отлично Сосуля залетает у нас от X Legacy, Defender, 20 секунд до конца, нужно кидать уже куда-нибудь, но он нажимает Delete, и тем самым время кончается у ребят из коллектива де-факто, 20 секунд, Академик Ран еще появляется в драйв Викинга, я думаю, что если что, он с респа его нажмет, но и без него справляются ребята из 3Х, время неумолимо покидает коллектив Defender, 10 секунд до конца, и, к сожалению, за это время уже просто-напросто флаг от штока до штока не увозится. Ну, можно объявлять победу ребят из коллектива Трикс.
Да, команда TX побеждает со счетом 2-0 по итогам этого матча. Хотя, де-факто, могли более грамотно реализовать овердрайв в конце. Очень странно пришелся к Сау зачем-то на центре с опозданием. Хотя это не обязательно было. Можно организовать было атаку впереди. Плюс появился овердрайв у паладина. Снайперс Френд прожался, но при этом получил кучу урона. Сразу же поехал на шток противника, чтобы, наверное, поймать дополнительный урон. Хотя можно было подождать, поймать момент, когда РС его коллектива Defender кинет этот шар на шток и как-то попробовать организовать атаку. У них было три ключевых овердрайва для атаки. Ареса, Хантера, Ареса, Викинга и Паладина. В чем проблема была хотя бы внятную совместную атаку организовать, я не знаю. И если бы они смогли, попробовали бы это сделать, хотя бы одновременно как-то прошали в атаку, то, возможно, у них бы что-то получилось. Поэтому TRIX, я думаю, есть о чем задуматься, по крайней мере, после этого матча, несмотря на победу. А де-факто желаю удачи и не расстраиваться. Надеюсь, у них в следующем РМР получится получше. Поэтому я прощаюсь со всеми. Ждем вас на матче в 9 часов.